В Турции сняты обвинения с фигурантов громкого коррупционного скандала, потрясшего в конце прошлого года правительство Таипа Эрдогана. Под следствием находились 53 человека, включая сыновей министров по вопросам окружающей среды, внутренних дел и экономики. Прокуратура решила закрыть это дело, поскольку следствию не удалось собрать убедительных доказательств их вины. Все три чиновника из-за скандала позже ушли в отставку. Напомню, с самого начала скандала Эрдоган заявлял, что это дело сфабриковано его врагами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.